О безопасности в новом формате масштабная акция МЧС впервые проходит онлайн. Я работаю в МЧС, зовут меня Павел Александрович. Не оставляйте детей одних, призывают спасатели. Специалисты выходят на связь с семьями через интернет, чтобы напомнить, как избежать чрезвычайных ситуаций и что делать, если беда все же случилась. Занятие длится не дольше школьного урока – 45 минут. Вместе со специалистами МЧС беседу ведут сотрудники ГАИ. С приближением лета крайне важна безопасность на дороге. Родители идут на контакт, родители с радостью отзываются на создание подобных встреч посредством мессенджеров. В ходе проведения рассказываем о ловушках, которые могут подстерегать детей. За 4 месяца текущего года в столице произошло 16 дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними. Из них 18 были травмированы. Застрявшие пальчики, например, в маленьких игрушках или надетые предметы на голову. Однако бывали более серьезные происшествия. Один из них, к примеру, ситуация, когда мальчик застрял в водопроводной трубе. Внимание к детям, обучение вопросам безопасности и не оставление детей без присмотра – это абсолютно актуальный вопрос. Онлайн-занятия – не единственная форма работы. Специалисты параллельно создают тематические страницы в соцсетях. Там будут размещать видеопрезентации и викторины. Акция продлится до конца месяца и приурочена к Международному дню защиты детей.